Отче, молимо, щоб чоловіку любить Бог наш, здарів бо любого любити. Сестер наших, що знаходиться у в'язницях і заслання. Той борьбе, которая сейчас происходит в нашей стране. Я молился и вместе с вами искал еще откровение о том, как молиться, чтобы Дух Святой говорил к моему сердцу. И Бог проговорил ко мне о том, что война идет на уровне духовном со старым врагом, который всегда ополчается народ человеческий. Ничего нового наш противник не изобрел. Он точно так же хочет разорвать братские взаимоотношения между людьми, поссорить и разобщить всех, кого возможно. Он точно так же пытается совратить людей своей особенностью, в том, что мы нечто особенное каждый для себя. Братья и сестры, мы все особенные для Бога. Каждый из нас часть тела Христова. Каждый из нас несет особую, только Богу уделенную для каждого из нас. Точно так же, как и тело нашей страны сейчас страдает от внутреннего врага, от разобщенности, от сепаратизма. Дорогие братья и сестры, само слово сепаратизм – это разделение, отделение одного от другого. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе стихи 10 говорится, что враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вор приходит. Там сказано, вор приходит. Это беззаконник приходит украсть для того, чтобы убить и погубить. Пытаются украсть сердца наших друзей. Пытаются украсть сердца наших родственников. Пытаются украсть нас друг у друга. Но мы скажем нет. Здесь есть украинцы. Здесь есть русские. Я русский. Здесь есть евреи. Здесь есть армяне. Но все мы хотим одного. Мы хотим мира и спокойствия. Дорогие братья и сестры, давайте попросим нашего Бога, помолимся Ему, чтобы Он послал мир. Чтобы Он послал свой мир. Аминь. Наша земля, она устала от крови. Она стенает от ненависти. Она устала уже. И сейчас, как никогда, мы нуждаемся в мире. Давайте вот как мы можем обратимся к Царю Небесному. Кто есть мир наш? Кто может послать нам этот мир? Писание говорит, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений и нет тени перемен. Давайте обратимся к Отцу Небесному, чтобы Он послал мир в нашу страну. Во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, свободу от страстей. Дай Боже нам не увлекаться местью, чтобы потоки разных новостей не стала нашей совестью и честью. Дай Боже нам не потерять любовь. Дай Боже нам не превратиться в катов из-за невинно пролитую кровь. Не требовать безжалостной расплаты. Дай Боже силы нам не проклинать. Дай Боже сил найти в себе прощение. Дай Боже нам опять не распинать даже тех, кто заслуживает отмщения. Пусть человечность не умирает в страстях и справедливость не стреляет в спину, чтобы опять не строить на костях нам будущее нашей Украины. Слава Богу! Мы будем сейчас молиться за мудрость, за любовь и за то, чтобы Бог действительно дал милосердие всем, невзирая. Слава.
Даже дождь не смог помешать и разогнать.
Вот это посвященные люди.